啊！Хейтем, лучше бы вы пришли ко мне, мы бы нашли другой способ. Да, но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Что там делают эти люди? Я стою здесь. Спокойно, опасности нет. И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ.
И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам, успея не раньше. Вряд ли, благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения, если б я мог рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенвей. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтен, и прославьте нас всех. Есть минутка? А, вы тоже из Лондона? Приятно видеть на борту людей нашего круга. Руперт Мартин, к вашим услугам. Хейтен Кеннелли, весьма рад. Кажется, мы вовремя покинули город. Да? Вы ничего не слышали об убийстве в опере? Нет. А что случилось? До сих пор толком не ясно. Я боюсь, не скоро что-либо прояснится. Мотивы известны? Точно не ограбление. Возможно, нарушение условий какой-либо сделки. Или же нечто более... личное. Кто знает. Но я рад, что уезжаю. В этом городе становится все опаснее. И все будет как надо. Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя.
Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так, наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в кают. Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы... Чё, шутником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? На воле, Грейч. Не суйся. Гляньте-ка! Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, мил, заодно! Ты сам-то за кого? Еще раз, если что. Это неразумно. Чё? А я тебя не боюсь. Нет. Не очень зря. Сдаетесь? Нет. Как тебе такой расклад? Объяснение, мистер Кенвей. Эти глупцы, мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. На два слова, мистер Кенвей. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому. Так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять... Я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания.
мистер Кенвей. Капитан? Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. Харчи урезал. Но припасов мало. Нечего половать. Скользкий какой-то малый. Тихо. Но вон он идет. Сделай вид, что работаешь. У меня есть к вам пара вопросов. Славно. Но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора. С ними много кто болтает. Можно вас на минуту? Вы заболели? Нет, вовсе нет. Вы не слышали разговоров о том, что творится на борту? А что творится? Может, кто-то жалуется, команде не нравится капитан или пассажир. Вот и Джеймс тоже спрашивал. Но я, знаете ли, так поглощен работой, ни на что больше внимания не обращаю. А где мне найти Джеймса? Зайдите на камбуз. А теперь, увы, я занят. Джеймс. Ага. Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Припасов мало, нечего половать. По самого-то их я не надоведу. Пока у нас галеты да слони. Забавно. Забавно. О, это добрые вести. Так-то оно к дому ближе. Меньше ходить.
Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканце! Готовьте! Эй, береги головы! Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! Пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Задраить люки! Хейтем, вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, чего же? То есть? Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Вам сидеть в каюте. Я так и сделал, только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль. Бунта не было, это все. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Ясно. Ладно, ладно. Thank you.
мы на поп-мачту! Джеймс, на дрот-мачту, живо! Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно! Поднимитесь на Марс и убедитесь!